Совхоз имени Ленина известен далеко за границами Московской области, где он расположен. Благодаря своей социальной политике, народное предприятие, которым руководит Павел Грудинин, стало настоящей визитной карточкой для КПРФ. Забота о жителях поселка, детском досуге и кружковой работе притягивает людей со всей страны приезжать жить в совхоз. Но главным, на наш взгляд, достижением трудового коллектива стала непреложная забота о пожилых людях. Несколько раз в году ЗАО выплачивает материальную поддержку пенсионерам. В канун праздника 9 мая состоялась очередная выплата. В клубе «Золотая осень», организованного ЗАО специально для пожилых людей, представители профсоюзной организации при поддержке ЧУ, культурный центр совхоза имени Ленина, выплачивали приходящим по 10 тысяч рублей. Пожилые с благодарностью принимали деньги и желали здоровья Павлу Николаевичу. Вспоминая трудовые будни, они желали предприятию процветания. И, конечно же, поздравляли всех с Днем Победы. Праздник хороший. Любили наши родители. Я вчера вспоминала, как мой отец стремился всегда, чтобы попасть вовремя, то коров стеречь, то еще, ну и то вон у всех на три веселых. И да, и это мой ведь праздник. И вот мы все вчера смеялись, шутили, так вспоминали. Двери они закрывались, ключи под ковриком лежали. Дружно жили, смеялись, шутили. Мужики в карты играли на улице. С гармонием, каждый вечер мы ходили. Да, лясти, хорошо. А сейчас на деньгах, что все помешались, не понять. Хорошо. Мы и до сих пор такие вот, всех встречаем, так вот, не нарадуемся. Павел Николаевич, поздравляю вас. Емельяну Антонину Федоровну, которая у вас проработала больше 40 лет до яркой. Слово «Дев». Открытое акционерное общество совместно с культурным центром осуществляет сегодня поздравления пенсионеров, вдов, участников Великой Отечественной войны, узников фашистских концлагерей, участников Трудового фронта. И нашим, конечно же, пенсионерам. Я поздравляю всех с наступающим праздником 9 мая и приглашаем всех 9 мая на пруды. В часу дня будет большой замечательный праздничный концерт. Поздравляю с праздничком, с Днем Победы. Желаю всем здоровья на долгие годы. Мы присоединяемся к поздравлениям. Прощаемся с вами до следующего сюжета из совхоза имени Ленина. С вами был Дмитрий Мартышенко, ТВ «Совхоз». Пока-пока.